Всем приветики. У меня вот такое бывает, что иногда в голове такое типа пищит. И непонятно почему. Хотя вот на самом деле это происходит из-за того, что в сосудах головы повышается напряжение или типа какое-то давление создается. Потому что, к примеру, я вот и сейчас обратил внимание, что я вот только что ходил в туалет по-большому и типа тужился. И в тот момент, когда я это делал, слышно было такое, ну ты напрягаешься, получается, и слышно такое в голове, именно у меня с правой стороны, типа. И, а когда перестаешь напрягаться, ну, перестаешь тужиться, все это пропадает. И тут ты понимаешь, почему это происходит, то, что ты сам это делаешь. Получается, напрягся, чувствуется в голове идет напряжение, когда тужишься, и звон идет. Перестаешь тужиться, звон пропадает. И ты понимаешь, почему это, ну, то, что, ну, а так оно сбывает само по себе. И ты не понимаешь, почему происходит, почему у тебя в голове пищит. А на самом деле это пищит, потому что происходит какое-то напряжение, типа, то, что вот когда, ну, любой же там тужился, и, типа, оно чувствуется, голова аж прямо напрягается, когда сильно долго тужишься, оно же прямо чувствуется, голова у тебя прямо вся такая напряженная, вся такая, наверное, красная становится. И потом, ну, потому что там, типа, ты тужишься, оно все напрягается, там давление повышается в сосудах. А потом, когда ты расслабляешься, это все уходит. А бывает, это само по себе происходит. И ты тогда, ну, типа, ты раз и запищало у тебя в голове, и ты не понимаешь, почему. А на самом деле, потому что тоже, видимо, как, где-то какой-то в каких-то сосудах повышается давление, и чувствуется, ну, типа, такое вот напряжение. И поэтому... Поэтому оно и происходит. Я вот сейчас обратил на это внимание только. Хотя у меня уже давно, давно бывает пищит, но я только сейчас обратил внимание, когда вот сидел, тужился, обратил внимание, что когда напрягаешься, реально начинает пищать. То есть получается, когда оно пищит само по себе, значит, где-то тоже какое-то напряжение происходит в голове, там, в сосудах или где-то, или давление подскакивает. И поэтому оно пищит. То есть это именно в сосудах, именно какое-то такое вот напряжение происходит. И появляется писк. А почему оно там происходит? Это уже непонятно. Это надо, чтобы врачи разбирались. Хотя врачам как ни приди, они типа, типа смотрят, все вроде нормально, ничего найти не могут. И толку никакого нет. Хотя, может быть, я не к тем врачам ходил, может быть, они и так не специалисты своего дела. Такие вот делишки. Ладненько, на этом все. Всем покедова.